Вы должны понимать, что никто вас на плечах нести не будет. И я в том числе. Да, я буду помогать, но я понимаю, человек только тогда и семья успешный, когда они сами, прежде всего, заботятся о себе и о своих детях. А уже что там Лукашенко, государство даст, как народе говорят, ну это дополнение будет. Поэтому берегите то, что есть. Посмотрите, что творится в Украине. Приезжают к нам украинцы, мы без задержки им даем гражданство. Как они работают в основном? И рады. Почему? Потому что они горе пережили. Они перенесли войну. И это наши люди, мы их не должны обижать. И вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего. Уже Европа давно прекратила эту войну, если бы американцы через поляков не толкали и не подстегивали эту войну. Поэтому берегите то, что есть. И не надейтесь, что кто-то вот вам принесет и даст. У нас есть где заработать. У нас все есть для того, чтобы жить и работать. Поэтому будем делать все для того, чтобы вы жили нормально. Но только, пожалуйста, не останавливайтесь, шевелитесь сами. Помните, что это вам надо прежде всего. Ну, а государство, как видело вас всегда, поддерживало, так и будет поддерживать.